Здравствуйте. Добрый день. Канал «Автотак» продолжает линейку событий. Вот мы подъезжаем уже к знакомым нам местам. Ретранслятор, Приморск. Сейчас I love Приморск. Совершенно верно. Значит, что мы делаем? Сейчас опускаемся на улицу Курортную. Мы на ней уже были, поворачивали. Вот вы видите, на этом перекрестке мы поворачивали налево. И ездили прямо вниз к центральному пляжу. Да, там, где водяной. А сейчас мы повернем направо. Поворачиваем направо. Вот поворачиваем направо. Здесь главная дорога у нас. Вот здесь, видите, слева вроде как пустырь. Но здесь место, здесь всякого, это организовывают лунопарк, всякие аттракционы, вот такая. Помните, вот площадка. Помните, вон там палаточный городок, мы вам рассказывали? Да, вон да, там да. Видны домики такие, треугольничками крыши, видите? Палаточный городок. И вот здесь начинаются базы отдыха. Ну, мы как бы с вами уже дикари-автотуристы, нам надоел такой дикий образ отдыха. Какого-то такого уютного местечка, чтобы это было недорого, расположиться какой-то компанией, сделать шашлычок там, посидеть, чтобы была водичка, чтобы было покупаться где, чтобы была розеточка, уютно. Вот. Есть такое место. Да вы что? Есть такое место. Цивилизованно, так сказать, пожарить шашлык. Правильно? Да, уху можно там. Уху можно, да. Есть очень хорошее место, где можно вот так на пару-тройку часов выехать и компанией пожарить шашлык. При этом не нужно с собой иметь ничего, кроме себя и ингредиентов для шашлыка. Хороший вариант. Компания, музыка там может, никого не побеспокоит. Музыка, да, есть электричество, есть все удобства. Ну вы нам покажете это место, да? Сейчас мы подъедем. Вот видите, база отдыха, санаторий Приморский. И вот сейчас мы подъезжаем к базе отдыха. Видите, частный пансионат «Березка». Видно? Да-да-да. Вот мы сейчас посмотрим, как осуществляется въезд сюда. Видите, есть охрана. А мы хотим шашлык пожарить там. У нас там беседка оплачена. Нам туда можно подъехать, выгрузиться, а потом уехать? Нет. Это вы как, заказывали? Да, заказывали, да, на 3 часа. Сейчас, минуту. Ага. Короче, это... Вот для админкорпуса. Да, я в курсе. Да. Это вторая беседка, да? Да, я в курсе. Да, да. Ну и все. Хорошо. Вот так нам открывают ворота. И мы проезжаем на территорию базы. Ну, конечно, ну, территория любой базы отдыха, обычно это закрытая территория. Но сейчас, спасибо, нам разрешили проехать, потому что мы арендовали на несколько часов беседку для того, чтобы пожарить там шашлык. Поэтому нам разрешили проехать. Мы движемся. Вот мы едем по территории базы отдыха. Пансионат «Березка». Сейчас мы здесь припаркуемся и пройдем с вами непосредственно к месту, о котором я вам рассказываю. Посмотрите, вот какая, как выглядит территория базы. Пойдемте. Вот пойдемте по территории. Админкорпус, вот посмотрите, какой это админкорпус. Там на базу можно так заезжать, да? Уже прям нам ворота открывают, прям как свои. Ну так везде же свои люди выходят. А, посмотрите, вот так люди отдыхают на базе, вот так выглядят корпуса. А, для тех, кто здесь отдыхает надолго, на несколько дней. Ну а мы, как вы помните, на пару часов. Посмотрите, как здесь уютно, как красиво, какая зеленая территория. Вот здесь лавочки, вечером, представьте, прям у моря, как прекрасно здесь отдохнуть и подышать морским воздухом. Чуть-чуть дальше мы увидим с вами непосредственно само море. Посмотрите, какая красивая территория. И вот сейчас мы с вами уже будем спускаться ближе к морю и непосредственно к нашим беседкам. Можем помахать уже морю. Оно нас приветствует. Слышите, птички поют, морской воздух. Ныряем в такую арочку. Посмотрите, какое красивое место. Вот вы только представьте, например, на закате мы можем с вами вот так присесть и, любуясь морем, отдохнуть и помечтать о чем-то хорошем.
ладно, я забыла, мы же не об этом. Мы идем жарить шашлык, пойдемте. Иногда здесь проводят свадьбы, например, арендуют территорию, вот здесь фотографируются, видите, сердечко, замочки висят. То есть можно базу использовать по-разному. Ну и вот посмотрите, какой прекрасный открывается вид. Ох. Я надеюсь, вам передается эта атмосфера. Очень красиво. И вот сейчас сверху мы видим с вами беседочки. Видите, 1, 2, 3, 4, 5. Вот под такими конусообразными крышами и находятся беседки, которые оборудованы всем необходимым для цивилизованного отдыха на природе. Пойдемте ближе. Спускаемся к беседкам. Вы со мной? Мы движемся к самим беседкам. Вот так это выглядит. Видите, тут есть все: вода, электричество, непосредственно мангал, такой столик деревянный, места хватит для всех. Вот, пожалуйста, все оборудовано: раковина, электричество, свет, мангал. С собой нужно будет взять шампура для мусора и, конечно, невероятный, просто невероятный вид на Азовское море. Вот такие беседочки. Вот, например, третья беседочка. И дальше, дальше. И вот здесь, видите, виден мостик. Вон там мостик. По этому мостику через лиман можно пробежаться к морю и искупаться. Ну, мостик, конечно, наверное, метров эдак 700. Но полезно ходить на свежем воздухе. И вон там, прям к морю, пожарили шашлык, прошлись и купаемся. Какая гроза! Какая гроза, молния! А у нас так уютно в беседке, и мы жарим шашлык. Мы покушали шашлык, мы идем купаться. Немножко дождик начался, но это не мешает нам покупаться. Посмотрите, как красиво, какая красивая территория. И... мы сейчас подойдем к мостику и по мостику через лиман попадем к морю. Вон туда. Вот такой мостик через лиман. Слева центральный пляж, вон там виден. Впереди пляж, который принадлежит этой базе. И вот с правой стороны идут пляжи других баз отдыха. Вот сейчас со стороны мостика мы спустились, идем к морю. Хорошо видны вот эти беседочки, в которых мы были. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь, да, вот база отдыха, пансионат «Березка». А мы движемся в сторону моря. Вон там вдалеке виднеются ветряки. Вон они, красавцы. Ох, молния! Видите, в какой пасмурный день. Но это отлично. Именно в пасмурный день и хочется пожарить шашлык. Отлично. Отличная погодка для шашлыка. И вот мы уже подходим к пляжу. Вот здесь лиман. Позади нас мостик, который мы преодолели, чтобы добраться к пляжу. И вот так выглядит пляж пансионата «Березка». Видите, есть зонтики. Есть раздевалки. Вот там вдалеке магазинчик на пляже, бар. Вот люди, несмотря на такую погоду пасмурную, будут купаться. Мы возвращаемся обратно, оставляем позади море. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы познакомились с одной из наших баз отдыха на Азовском побережье. Увидимся в следующих видео. Привет любимому каналу «Автотакт». Отдыхайте. Пока!